Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 6 на странице 20. В этом упражнении мы должны найти значение следующих числовых выражений. В одно действие, в два действия, на деление и на умножение. Причем здесь у нас встречаются табличные случаи умножения. Мы должны будем вспомнить таблицу умножения. 2 умножаем на 6, получается 12. 9 умножаем на 2, 18. 16 делим на 2, равно 8. 10 делим на 2, равно 5. 18 делим на 9, равно 2. Четырнадцать делим на 7 равно 2. Теперь давайте решим примеров два действия. 12 сначала делим на 2, это 6, и 6 умножаем на 3 равно 18. 12 разделить на 2 умножить на 3 равно 18. 16 делим на 8, это 2, и умножаем на 4, получается 8. Записываем 16 разделить на 8. Умножить на 4 равно 8. 14 делим на 2, получается 7. 7 умножаем на 3, 21. 14 разделить на 2, умножить на 3 равно 21. 18 делим на 2, это 9. 9 умножаем на 3, 27. 18 разделить на 2, умножить на 3 равно 27. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.